Для нашего домашнего английского сыра нам понадобится 3 яйца, 2 литра молока, молоко обычное, коровье, можно из магазина даже, обычный йогурт натуральный и соль. Друзья, не спешите выливать вот эту сыворотку, которая осталась после приготовления сыра. А на ней можно делать очень вкусное тесто. Если желаете, в следующем своем видео рецепте я покажу, как это делается.